Ребятки, всем привет огромный. Вы знаете, я сейчас скинула видео и в комментариях написала женщина, что я также не могла ничего толком есть. Я варила постоянно щи из квашеной капусты. У меня засело в голове вот это щи из квашеной капусты. Сейчас, значит, я поеду, возьму сладкие подарки, как я говорила. Вот. Саня говорит, что что-то там в школе тоже вот этот утренник, или как он называется, не знаю, новогодний, до этого, вот в понедельник был Дом культуры, елка, а это в школе, видно, сегодня, я даже не знаю. Но мы нигде не участвуем, и сказали прийти и забрать подарок. Значит, сейчас меня Саня оставит в конфетке, а я... сам пойдет, заберет подарок, который мы скидывались на Новый год Верочке. Вот. Я хочу щи из квашеной капусты. Прям, знаете, аж прям вот эта кислятина. И в комментариях тоже написали, нужно есть то, что организму требуется. Вот хочется именно щи из квашеной капусты. Спасибо огромное вам за идею. Квашеная капуста у нас всегда есть. И сейчас я быстренько и сварганю. И мы похлебаем. Даже не поедим, а похлебаем. Вот. Честно, становится лучше. Я уже боюсь, чтобы не сглазить. Голова моя деревянная. Хочется уже быстрее вставать, бежать. Но еще есть вот эта слабость. Ничего страшного, прорвемся. А еще нужно мне купить противовирусный. Я про него слышу впервые. Наверное, комментариев 5 пришло про вот этот противовирусный препарат. Он, для меня он новый. Сейчас посмотрю в аптеках тоже, есть он или нет. Все, поедем. Дождик был. Капельки вон. Ой. Всем привет! Всем привет! Видите, дождик, да, был? Да. Интересно, снег будет? Не знаю. Поехали. Мы, значит, едем с Аней в школу сейчас. Я говорю, да, ставь ты этот подарок. Заберешь, когда уже Вера придет в школу после каникул. Нет, надо сейчас. Надо прям срочно. А в чем такая срочность? Чтобы... Ой, сколько здесь петухов, кур. О, кыш отсюда. А этот, ну короче, сказала, оденет 20 масок и поедет и заберет эту подарку. Ну, он пойдет, а я пойду. В конфетку возьму там подарки детям сладкие. Вот, люди в станице есть, ходят. А небо какое тяжелое, серое все. Ух. Бери маску и давай. Счастливого пути. Осторожно, Сань. Закрой маску, прям забетонируй везде ее. Я на рынке. Сейчас зайду в конфетку и возьму здесь конфеты. Саня пришел. Вот взяли конфеты на 1600 рублей. Сейчас разделим дома по-партизански. И все. Огурчики по 150, мы в Богатыре. Ну, хорошие огурчики, Саня. 150 рублей. Сейчас выберем. Нормальный. А ты говоришь, 300 огурцы. Не, это местные. Лично. А это не местные? Это тоже хорошие местные огурцы. 150. Помидор черри 195. Такие 140, морковь 35, лук 35, красный, капуста нужна, почем по 18, вон какая капуста, по 18 рублей, крупная, хорошая. Самый хороший магазин вот этот вот, Богатырь, да, Сань? Да. Человеческие цены. Дождик моросит, то есть, то нет. Маску-то сними в машине-то, господи, боже мой. Ой. Да, сейчас давай здесь тормози, тут там дальше места не будет, вот здесь. В аптеку забежим.
Ой, здесь ремонт что-то сделали, как красиво, серенько все стало. Ой, посуда стала продаваться. А что здесь? А что здесь? А что, детский магазин все, что ли, уже? А они потом будут как-то вот так распределять. Я была сейчас в одной аптеке, там этого лекарства нет. Иду во вторую в апрель. Купили, дома покажем, ребятки. Ой. Забыла, надо на Валберес зайти. Шарики же заказали Верочке на день рождения. Забрала я воздушные шары. Но это на Верочке на день рождения мы сделаем стену такую красивую. Давай поехали к тете Ире в аптеку, там посмотрим. Это лекарство для Веры. Вот. И. Вот, мы приехали к тете Ирочке в аптеку. Сейчас здесь посмотрим. Пойдем, Саня. Ой. Пойдем. Ох, как ярко. Приветки, сейчас так смеялись, Саня, зашли в пятерочку. Что-то меня поперло, я набрала скумбрии копченой. Курицу, гриль, 3 штуки. Есть хочу, кушать хочу. Может, все? Аппетит, да. Я есть хочу сильно-сильно. Шпик даже взяли. Даже шпик взяла. Вы знаете, такое взяла, где вот до этой поездки от этого, от одного вида только хотелось туда-обратно это все не видеть. Сейчас будем домой, приедем, как сядем все, как наедимся, как с голодного края, правда. Красиво. О, как красиво. Небушка. Ох, красиво. Фу, приятного аппетита. Спасибо. Приятного аппетита. Спасибо. На здоровье. Давай, показывай. Это подарок от кого? От Деда Мороза. Вот это от Дедушки Мороза, да? Угу. Давай, со школы, да, папа принес? Да. Тебе все учителя привет передавали, папа сказал. Спасибо. Сказали, чтобы ты выздоравливала, моя хорошая. Спасибо вам огромное. И вам тоже здоровья крепкого. Наши хорошие, наши дорогие учителя. Ух ты! Куча конфет. Ну, показывай, какие. Ой, смотри, какая красивая. Ага. Я впервые вижу. Пандочка. Вот тоже, наверное, они те же. Ясно. А вот это? А это? Какой вау, большой. Смотри. Ага, вот этот большой какой, тяжелый. В том году точно такой же. Это да, это, видите, на адыгейском языке. Мама! А. О, я тебе вчера и Роме так ей купила. Так, вот здесь потихонечку открывает. От нашего главы республики, от Эгея. Да? Да. От Мурата Кумпилова. Он у нас такой молодец, такой внимательный. Деткам всем подарки, рюкзаки. К 1 сентября тоже все школьные принадлежности высыпаем. Тут коробка, конечно, огромная вообще. Ух ты! И киндер есть еще даже. Ну, киндер, ура! Да, смотри, а это что за шоколадка такая? Вау. О, победа с орехом и изюмом. Ну-ка, покажи, какие. Много. Ага. Можно пополам с Ромой. Видишь, какие хорошие шоколадки, как много. Левушка детям. Это что? Омар. Вы знаете, что? А, ладно, сейчас. Видишь, какие хорошие шоколадки, да? Угу. Ну-ка, почитаем. Так. Мой друг, от всей души поздравляю тебя с этим волшебным и всеми любимыми праздником Новым годом. Везде поздравления, глава республики Адыгея. Мурат Корольбиевич Кумпилов. Спасибо вам огромное. Спасибо. Так. Здесь вот. Это что? О. О.
Так, сейчас я скажу, что здесь. А, здесь ассортимент. Ассортимент, какие конфеты здесь есть. Mm-hmm. Вот. Ну, делись с Ромой. А вам еще Дедушка Мороз под елочку. Да? Да, от бабушки. От бабушки будут конфеты вам еще. Красивые, вкусные. Поделила киндер пополам? Угу. Где Роме половинка? Ага, умница. Все с Ромочкой делит. И Рома делится с Верочкой. Молодец. Молодец. Нигде не болит? Ну, слава Богу. Ну, переведи потом. Переведи в школе, спроси. Наверное, на адыгейском языке с Новым годом переводится. Вот. Какие у тебя богатства, да? Богатство. Молодец. Хороший сари. Возьми. Уже начну. Басенька! Басенька! Басюшенька! Басенька! Я вон собрала конфеты там. Надо потом спрятать. Мама, нам надо домашнее задание по физкультуре. Стойку на лопатках. Господи, какая стойка? Ты сама как стойка на лопатках. Ну идите. Говорят, обязательно скинуть мне и залить. Ну давай, постарайся. После этого. А я умею ее делать, это хорошо. Да? Нас учили, а меня никто не учил, потому что я болел. Я не знаю. И что, ты теперь сможешь? Конечно, я умею делать. Ну давай, иди попей. Йогурт попей с бабушкой и иди вставай на стойку. Куда? Давай, на покажу. Кухню. Господи, боже мой. Что это за изобразительное искусство? Это стойка называется? Да, на лопатке. Это лопатки называется? Там сейчас спина лежит на холодном полу. Вставай быстрей! Это на пол. Стойка называется. Вставай, холодный пол. Иди йогурт пей. Арчи, нехороший мальчик. Непослушный. Что он сегодня сделал, набедокурил? Еще один такой его выпад. Все. Я не буду много говорить. Я эту собаку отдам. Ничего страшного, мам, пей йогуртик, можно. Вон там маленькая бутылочка. Пей, мамочка, пей. Вставай с пола у холодного. Еще хочешь заболеть? Скорую вызывать? Укол? Нет. Ну вот, давай, выключай свет. Давай, иди. Иди, пей. Пей йогуртик. Да. Все, иди, Басика пустили домой? Иди проверь ребенка. Там дождь пошел. Иди, папа зовет. Иду. Давай. Пойдем, маленький. Маленький. Ребятки, это следующее утро. У нас дома нет света. Вот такое небо хмурое. Дождь был сейчас. Солнышко не видно. Розочки так и цветут. Еще смотрите здесь. Такая розочка у нас. Ну, уже все. Зима. Что сегодня у нас? 28 декабря. Вот так вот. Львиный зев тоже еще зелененький, видите? Еще зелененький. Вот такая у нас зима. Морозец был, видите, земля какая. Ну, все равно плюсовая температура. Мы вчера купили капусту. Я хочу ее заквасить. Вот, и сделать квашеной капустки побольше. Здесь Саня достал с погреба перец. Острый. Какой он там? Дунганский. Вкусный очень. Томати. Две банки. Здесь икра баклажановая на завтрак. И огурчики любимые с горчичкой. Вот так. Вот такое у нас декабрьское утро.
Мочка на улице была. А на улице света нет. Вот когда такой ветер сильный, на улице света нету. Ой, на улице, дома света нет. Хотела столько дел переделать с утра. Ну, будем ждать, когда свет дадут. Вот смотрите, про что мне говорили. Мне в комментариях написали про вот этот препарат. Осельтамивир. Батарейка сейчас садится очень хорошо. Осельтамивир. Я спрашивала именно осельтамивир. Его нигде нет, ни в каких аптеках. Но вот есть вот этот намидес. Намидес раньше мы пили, давала я детям. Это противовирусное. То есть в этом намидес основной препарат, вот этот осельтамивир. Стоит он около... Не буду врать, то ли 800 рублей, то ли 700 рублей. Упаковка 10 капсул. Они бывают 75 миллиграммов, 45, по-моему, 30. Вот, у меня такой вопрос. Вот сколько приходит комментариев. Вот смотрите, мы уже выздоровели, да? Остаточное вот это осталось. Нужно ли пропить еще раз? Не еще раз, мы его не пили. Нужно ли пропить его как профилактику в вот, данный момент? И поскольку пить? Но здесь пишется, что его нужно принимать со второго дня после того, как вы заболели. А вот комментарий пришел, Люба, пропейте 10 дней. Вот как быть? Подскажите, пожалуйста, кто с этим сталкивался? Потому что сказали, что вот именно вот этот противовирусный препарат, осельтамивир, он именно борется с этой заразой, которая вот как у меня, у всех. Нужно ли пропить, сделать профилактику 10 дней? Вот. И по какой дозировке? И вот. И многие говорят, что это единственный, по-моему, препарат осельтамивир, который борется с этим вирусом. Так что вот такие дела, ребятки. Все, я буду закругляться. Я не знаю, что делать, потому что у нас света нет. Я включила фонарик на видео съемки. Все, ребятки, всем здоровья. Лечитесь. Не болейте. Всем пока-пока. Миша, Мишутка не хочет.